Там жопа! Всем привет на канале Пиратская Жизнь. Девочки, смотрите, одела такой костюмчик от любимого Василёчка. Слушайте, такой хороший, такой легкий. Чё я его не ношу? Обалденный. Вот что, знаете, вот разобрала свои вот эти вот завалы. Да. Надо еще вот здесь разобраться. Мне кажется, у нас там тоже, знаешь, куча всего. Кстати, да, одеяло вообще обалденное. Обалденное. Оно такое мягкое, классное. Вот это понятно. Когда под тобой она лежит, а тоже не потеет. Тоже не потеет? Мертвые не потеют, да. А ты что, уже помирать собрался? Нет, слушайте, ну реально, вообще костюмчик классный. Он еще, видите, сзади такой, с такой штучкой. То есть он так удлиненный. То есть попку прикрывает. Хорошо. Слушайте, ну не знаю, я, конечно, люблю платье, но вот не получается мне их носить. То есть на долгие дистанции, когда вот именно... Нет. Когда вот именно ходить-ходить... Вот так вот, мне кажется, самая тема. Вот идешь, ножки не трутся, красота. А то платье оденешь и все. Знаете, и все, девочки. Здесь все у меня, соответственно, этот, как его, трется и прям не могу. А так, смотрите, какой классный костюмчик. Надо, кстати, на Василёчке еще поискать подобного жанра из такой же ткани. Прям очень такая легкая, мягкая ткань. Я вот смотрю, что опять уже все пыльное. Ну. Чё ты тут собрался? Собрался? Хатурь-мадам. Ты... Хатурь-мадам. Всё, пошли, хатурь-мадам. Так, где у меня тут всё? Где мой телефон? Хатурь-мадам. Всё, выключай кондиционер, выключай всё. И мы пошли гулять. Гулять, гулять, гулять. Мы идём на север. Кстати, надо выкинуть будет сейчас вещи. У меня целый пакет получился. Прикиньте, целый пакет. Ой, двочки попить. Пойдем. У меня много хороших костюмов, просто я про них уже забыла. А так вот, знаете, выложишь и все. Какие-нибудь. И думаешь, что вот, у тебя ничего нету. Блин, опять забыла. Хотела же вот так вот сделать. Так, что у стекло маленечко. Вот. Буду вот так вот. Во, смотрите, видите? У меня нормально получается. Во. Нашла способ, как добыть блеск. А если русские люди вольно выдумку хитрая. Угу. Ну, а тут еще надолго хватит. Нужно просто заранее вот так вот класть, чтобы оно вот так вот растеклось. Маленечко, и все. И будет запись. Слушайте, хороший какой костюмчик. Че, я его не надевала? Вообще. Вот так нужно почаще гардероб все разбирать. Хороший такой красивый. Все. Надо перебрать, короче, весь Василёк и сказать что-нибудь такое вот подобное. Легкая. Что мне нравится ткань? Легкая. Потому что не знаю, что-то кулирка, не кулирка. Вообще не знаю, как подобрать ткань. То есть я не разбираюсь. Кулирка. Что там, вискоза. Не, вискоза у меня, по-моему, штанышки так и есть. Вискоза мне не очень понравился. Он такой, знаете, тянущийся. Слишком тонкий. Но, кстати, прикольный. А вот это вот, по-моему, вискоза. По-моему, это кулирка. Хороший. Кулирочка. Эти будут. Хлюпик. Хлюпик. Хлюпик, это ты. Ты чё все это носишь, кроссовки? Нет бы о, надеть шлепанцы. Тебе зачем шлепанцы даны? Чё ты на меня зыришь? Сидит уже, засыпает. Засыпает, засыпает. То, что ты достал уже тут. Сам такой достал. Всех. Ты меня застал. Сиди, бубни, бубни. И что? Там, как, нельзя побубнить? Как старая бабка. Старая бабка это ты. Старая бабка ты. Бабка ты. Старая я. Причем? А я дед. Ты дед. Во сто шуб одет. Да. Сейчас выкинем, смотри, сколько всего. Сколько от всего. Целый пакетище. Вот. Может, кому-то пригодится. Мы поставим. В принципе, в прошлый раз там разбрахлили. Кто-то тоже поставил вещи. Кто-то растаскал. Кто? Мышь. Мыши? Крыса. Крысы? Да. Они едят. Что, вещи? Да. Фу. В общем, вот, да, выкинул что? Целый пакет барахла. Нет. Что у тебя есть? Сахар? Хатурь-мадам. Ну, хватит уже, выкинем. Нафиг, тебе сахар вообще нельзя. Нафиг ты его таскаешь?
Чего у тебя тут вообще, как Нарния, блин, какая-то? Все исчезает. Да, все на пузике вот так складывает. На пузике вот так все складывает, и складывает, складывает, и складывает. Ну как это? Такая волшебная. Нарния. Нарния, да. Да. Красота, вкуснота. Я снова пью кофе, кстати, горячий такой. Спасибо. И взяли вам подкормку. Один байт. Подножный корм. Да, один подножный корм. Вакуумно красивый такой. Умный. Ловко умный. Я вот думаю, знаете, вот кое-что будет интересное скоро. Я вот думаю, рассказывать вам или рассказывать. Как ты думаешь, рассказывать, не рассказывать? Или не рассказывать? Ничего не рассказывать. Вовка сказал, рассказывать не надо. Но пока что это будет секрет. Расскажешь. Да. Я все успела, расскажи. Я все ловлю на лету, да? Да. Я все ловлю на лету. Вот такие вот байцы. Кстати, меня спрашивают, что это такое вкусное вы едите? Я говорю, это называется байца. Вот такая упаковка. Это средний. Стрипс байца. Да, это средний, 189 рублей. Итого общий чек у нас получился на 337. Вот такой. Считайте, два кофе. Вот таких вот карамели. Айс карамель и вот такие вот байцы. Вот. Мы не сильно голодны, так чисто. Шушуть курочки. Что там? Я так понимаю, они разные части, да? Курица и грудка. Все. Без мяса просто. Кусочки мяса. Так. Есть остренькие, есть не очень. Ну, кофе прям вообще классно, мне прям нравится. Ой, ты меня кормишь? Спасибо. Насколько это романтик, да? Я тебя подержу за ручку. Любимый. Как хорошо, когда жрёшь вместе. Вот оно счастье, ребята, понимаете? Жрёшь вместе. У тебя всегда есть человек, который тебя поддержит, который с тобой ночью пожрёт. Такого человека нужно найти. А то, знаете, бывает так, что то муж на диете сидит, то жена на диете сидит. И вот они даже не могут спокойно посидеть пообщаться. Покушать. А тут мы с вами. Да. За нас. Желаю всем найти своего жруна. Своего жруна, который с вами будет кушать байцы. Давай мне. Пихай. Посидели еще немного. Я еще пошла купила байцы. Нет, знаете, я хотела взять это, чикен питу у них вот эту. Вот, Вован попросил боксмастера ему заказать. Но у них нету салата. Вот, так получается, что у них вообще нету ни того, ни другого. Получается, они говорят, мы можем сделать, но только без этих салата. Кстати, они взвешивают по весу. Потому что мы решили курочку еще удалиться. Два байца съели. Да, походу нет. Поэтому, наверное, его в меню не было. Спарили, алло. А что думаю, вот этот вот вдвоем съели? Что-то мы так подумали, что чего-то как-то мало. И прям так провалилось быстро. Курица. Вкусная. Как семечки. Как чипсы. Потому что мы сегодня без булок. Мы сегодня чисто на белке. Мы качаемся. Ты агрегат, Дуся. Ты, Дуся, Светлана, счастливый. Не приобщил меня KFC. Кстати, вот из всех фастфудов Вован любит только KFC. Макдаки не любит, Бургер Кинга не любит, но вот KFC, у него прям отдельная страсть. Курочка вот эта вот такая вот. Обожает. Здесь курица. Типа это диетическое, да? Да. А мы типа сейчас на диете, да? Да. Ну, давай. За общее похудение. За похудение. Кушать, вот видите? А ведь на самом деле моя диета работает. Я вам каждый раз показываю на весах. Вот ем, ем, ем и худею. И Вован тоже у меня худеет. У него на этой курочке даже восстановилась печень. Ем кислоту, худею. Он всякая большая. У него на этой курочке восстановилась печень.
Да, реально вкусно. Кстати, взял, положил прямо это в ведро и взвесил. Да. Угу. Там определенный вес. Не, ну а чем наедаться? Не, ну а чем есть? Вот я сейчас взяла, что там, всякая лепешка, там соус и так далее. А мы без соуса, без всего. Чисто куриное мясо. Вот смотрите, видите? Беленькое это мясо. Типа. Ага. У нас все дичечка. Даже тогда показывает. Передача. Самое вредное здесь что? Мясо. Посылка. Вот это. А так что? А так курица идет. Ну да. Мы все сожрали. Сейчас я, короче, стояла и ждала. А что-то молоко принесла. Видел? Вот такой как пакет. Раз вылила он в агрегатор. И все, оно так делается. Здесь, кстати, они хорошо работают, быстро. Вот для сравнения, вот мы брали еще в этом, в небе, в KFC, тоже заходили. Они там вообще хреново работают. То у них крышечек нету, то им говоришь карамельные латте, они типа обычные латте. Короче, издеваются. Ага. Заказ 367. Как это вкусно. Иди был 367. Мой. Я сейчас отсюда. А что это такое? А нет, мне не нравится. Мы следующие. Меня, кстати, чего удивляет, они реально на слово верят, понимаешь? Вот ты подходишь и говоришь, они реально на слово верят. Точно так же вот в кино. Вот мы вышли вчера из кино, и, понимаете, мы можем спокойно зайти в любой зал. Нам никто слова, в принципе, не скажет. Но, блин, из-за вот этой вот честности природной мы просто не можем этого позволить. О, он же объявляет. Это мое. А, нет, это не мое. Просто свит. Не через. Короче, ладно, мы продолжаем жрать. Если будет третья серия, я обязательно подключусь. Да, да. Грубок, если будет третья серия... Я поняла, говорю. Я говорю, если будет третья серия, я подключусь, да? Мы посидим еще. Да? Большой. Можно вот этот тазик сразу? Санкции. Да-да-да. Мы тут это все сидели и думали, что на самом деле вот KFC, вот он как остальные бренды, да, то есть не сбежал, как это, Макдональдс там позорно. Они, по сути, даже и в пандемию все работали, то есть на вынос, но работали. Вот, а оказывается, Вовка сейчас посмотрел, у них, оказывается, этот бренд уже выкупил. ВТБ-банк еще в 2005 году. Поэтому, по сути, сейчас KFC, они у нас уже наши российские. Короче, наш производитель. Давным-давно. Да-да-да. Выкупим. 100% акций. Это данной сети. Все. Полноправный владелец. Короче, хотели мы булок нажраться. В итоге мы наелись просто обычной курицы. Да, в кляре. Но... ПП, к сожалению, у них нету. Не, ну, кстати, знаете, на самом деле очень вкусно. Я еще раньше так это все, знаете, скептически, а сейчас так, считайте, как это, как белковый перекус. Сейчас домой придем, овощей пожрем. Да? И что? Что, не могли заключить договор? Они же периодически что-то заканчивают. В прошлый раз у них молоко закончилось, у них был только черный кофе. В этот раз у них, ну, блин, заканчивается. Перебои с логистикой, с поставкой. Не, дело в том, что вот здесь вот боком есть совхоз Горьковский. И что? Они сейчас поедут, что ли? Это всю зелень. Не, они сами. Им, может, завтра привезут, и будет все. Позвонил там, глядел, тебя это осталось мало. Звонишь туда, тебе утром завозят. Ой, все вот по-разному. Вкусно. Вот сложно держаться, понимаете? И вот меня, понимаете, меня никто не держит, мне никто не помогает. Вовка только рад со мной пожрать. А посидеть со мной на диете он не готов. Почему? Особенно когда ты с курочкой. Мы сидим на диете. Куриной? Да. Это
Диетическое мясо. Это как, знаете, это... Кто бы сказал, что это не диетическое мясо, спрайс. Не, просто, знаете, некоторые там алкоголь пьют и говорят, что это, типа, диета, потому что, ну, чего, только алкоголь, ничего же я не ем, да. Вот, кто-то там, не знаю, шпротовая диета. Вот, у нас, соответственно, диета на KFC. Вот. Пьем гепатологу. Да? Все у него, а курица это диетическое мясо. Диетическое мясо. Ну, понимаешь, там кляр. Там, да. Там проблема вся в кляре. Кляра. Там нет а кляра. О, опять это прикольно. Копия. Смотрите. Это копия. Смотрите, сидит там. Лайфхак. Да. Мне так нравится, он сидит, короче, в багажнике. О, вот и все. И держит. Да. Короче, нажрались, как свиньи. А вон этот идет. И городовой новый. Да. И меняется. Молодой человек играет. Сегодня он так подрос. В прошлом году выступал. Маленький рост был. Булочная. Кстати, булочная у нас, получается, открылась. Она закрыта была? Не, видишь шарик? Видишь, как она называется? Каравай, да. Кстати, у нас дома хлеба нет. Сейчас реально домой придем. Овощи наедимся. У нас раздельное питание. Сначала курица. Дробное раздельное питание. А у мяса? Не, а вообще, на самом деле, вот Вовчику нужно как раз вот именно такими вот, ну, регулярными. То есть не просто вот такие вот разрывы, да? Порциями. Да, маленькими порциями. Получается, у нас так и получается. Мне тоже, в принципе. Хотя вообще с инсулином, с моим, конечно, лучше наоборот. Вот как нам приспособиться? Не с инсулином, нужно наоборот долгие перерывы. Вот, между пищами, приемами, да, вот, Вовке, то есть, наоборот, нужно вот это вот дробное питание, то есть, маленькое, ну, маленькими порциями. Как нам пристроиться? Короче, надо считать, как это второй был прием. Перекус белковый. Так, ну, не хлебом, считайте, а вот курицей. Хотя хляр. Свой килобанк. Чего? Спортивное питание мое. Твое? А как же такая черная банка была? Ну. Вот такая, как трехлитровая, только пластиковая. Там мне чуть-чуть оставалось где-то. Вот столечко, на год, булочки. Поставил бы, мы доели. Корма. Корма? Там спортивное питание. Вот это я вообще не понимаю. Там был геймер. Геймер. Геймер, наверное, да? Нет. Геймер. Короче, как так. Вон. Женщина в халатике, точно таком же. Вон, видите, сзади. Василёк. Точно такой же халатик. Василёк. А вы мне говорите. Василёк, Василёк. Народ на улице ходит. Почему сразу? Это плохо. Все в этом Васильке ходят. Либо, может, ткань просто одинаковая. Хрен знает. Короче, полно людей. Подрачиваешь. Та-дань. Пусто. Всю информацию теперь распределяют тут. Странно. Не только теперь желтую сделали упаковку, но еще и вот в таком виде. Прикольно. А здесь тоже? А здесь тоже белая. Ох, это что за фигня? Почему они здесь ничего не пишут? Вот это странно. Акция. А, акция началась. А, нет, 50-100. А, хорошая вещь. Ну-ка, вот это вот село зеленое. А вот здесь что-то нарисовано. Вот это Спаровское, все нарисовано. Странно, непонятно. Не знаю, вот что брать. Вроде все есть. А вроде ничего нет. Мне, кстати, вот женщина одна писала, что вот тебе нужны вот такие вот углеводы. Можно. Типа здесь какие-то медленные углеводы, и вот тебе вот по гречку можно. Медленные углеводы только в макароны. Ну, не знаю. Ну, короче, давай возьмем. По акции 99 рублей. А сегодня сделаем с гречкой. А туда нам, кстати, не ели. А что, кстати, селедка-то? Кстати, что у нее с сроком годности? 3 августа. Ой, нет, это уже, считай, просрочка. Почти. Уже 23. Цена привлекательная, но так себе. Хотя можно порыться, может быть, найдем здесь свеженькую.